Праздник христианского просвещения, родного слова и литературы. Сегодня учащиеся Мурома вспоминали создателей славянского алфавита, великих просветителей Кирилла и Мефодия. На торжественном митинге, посвященном Дню славянской письменности и культуры, побывала наша съемочная группа. Любить свою родину, дорожить ее историей, беречь русский язык. Благодаря делу всей жизни Кирилла и Мефодия русская культура и по сей день сохранила свою яркость и самобытность. Ее будущее в духовно-нравственном возрождении России. Бережные отношения к памятникам старины, сложившимся веками культурным традициям и обычаям. Из поколения в поколение должны передаваться не только литературные и художественные сокровища, но и любовь к родному языку, семейные ценности, гордость за Отечество. Кирилл и Мефодий обладали глубокими знаниями в греческой и восточной культурах. Обобщая их опыт в области письма, на основе славянских писаний братья создали первый славянский алфавит. Письменность позволила развить русское книжное дело и литературу. Патриот тот, кто помнит свою историю, свои корни. Патриот тот, который любит место, в котором родился. И именно сегодня я призываю вас, дорогие наши ученики, чтобы вы, конечно, любили наш сложный, может быть, но богатый и могучий русский язык. Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по выражению древнерусского летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими просветителями Руси. Именно глубокое отношение к изучению русской литературы позволили муромскому десятикласснику достойно выглядеть в областном туре интеллектуальной игры. В апреле этого года я участвовал в игре «Умницы и умники». Я дошел до областного финала. Из города ехало 2 человека, а всего на области было 42. Я занял там призовое место. Вопросы были по Карамзину и по его реформе русского языка. Вообще, это долг каждого, наверное, человека – знать свой язык, знать свою родину, гордиться этим. Именно здесь, в 12-й школе, раньше находилось духовное училище, а рядом с ним – храм в честь святых Кирилла и Мефодия. Будущее древнего города с благодарностью склонило головы перед подвигом великих просветителей. К памятнику Кирилла и Мефодия были возложены цветы. Елена Петрова, Николай Молоденов, новости Муром.